Обсудили профессиональные проблемы. Сегодня в Саратове прошел круглый стол с репортерами. Говорили о сложностях, возникающих во время работы. В наш город приехал заместитель председателя Российского союза журналистов. Спорили о противодействии со стороны силовиков. Так, во время шествия бессмертного полка в Саратове полицейские запретили съемки с квадрокоптеров. А дела о нападении на представителей СМИ расследуются крайне медленно, отметили журналисты. Если что-то случилось, если происходит, на ваш взгляд, там, нарушение прав, то надо все объяснять в диалоге. И надо разговаривать не с позиции силы, не с позиции вот, показать, какие мы сильные, мы тут крутые и все такое. Ни те, ни другие не крутые, у каждого своя работа.